Мой первый журнал Esquire на самом деле был вторым. В том плане, что это был вообще второй выпуск журнала Esquire, выпущенный в России. Получается, с 2005 началось и до 2013. Вот, кстати, этот мой первый выпуск, 2005 год. 14 лет мне было, половины даже не понимал. Просто здесь очень крутые картинки вот такие вот. С этого, наверное, все и началось. В детстве я не мог себе позволить покупать эти журналы, да, в принципе, не было такой цели. Иногда брал у знакомых. Было просто прикольно, и я их даже тогда не читал. На самом деле, я просто рассматривал картинки, фотографии, рекламу. Мне это очень нравилось. Когда я впервые поставил журнал на полке, я увидел, что образуется картина. Я понял, что хочу собрать эту картину полностью. В какой-то момент для меня корешок стал важнее самого журнала. Я продолжал покупать эсквайры, но не просто не читал их, я даже перестал их распаковывать. Я просто покупал часть картинки на корешке. Довольно скандальный был выпуск «Зачем балерины и геи вступают в Единую Россию?». В 2010 году они сделали в центре Москвы, прямо на все здание, такой рекламный плакат с Дэвидом Боуи, с этим слоганом. Там говорят довольно разоблачающие, интересные интервью, скандальные. Я, как видите, журнал не читал, поэтому обсудить с вами их не могу. Собственно, как и выпуск с Навальным, выпуск про Крым. Все мимо меня. Не то, что я не понимал, что это глупо покупать журналы и не распаковывать. Просто был какой-то момент, я понял, что будет глупее остановиться, их покупать. Наверное, ждал, что Esquire скажет, мы завтра закрываемся, и мне, наверное, от этого было бы легче. Чувствуешь какое-то облегчение, типа там свободу. Потому что минус 80 килограмм в твоих вещах — это всегда круто.